Тематический поезд «Ретро-поезд Соколики» был запущен в Московском метрополитене в честь 70-летия 15 мая 2010 года. Поезд очень красивый и самый легендарный поезд в Московском метрополитене. Я советую каждую из вас съехать на Сокольническую линию и поймать этот легендарный, прелегендарнейший состав. Поезд очень сильно отличается от вагона типа А и сделан под вагон типа А. Поезд вот такой красивый. Я всем советую ехать на Сокольническую и поймать этот легендарный ретро-поезд Сокольники. Поэтому все про информацию его закончилось. Будем объяснять сейчас про другой поезд. Тематический поезд «Красная стрела» был запущен в Московском метрополитене 9 октября 2006 года в честь поезда «Красная стрела», который ехал через войну из Москвы в Санкт-Петербург. Поезд тоже очень красивый. Отличаются внутри желтые двери, желтые поручни, красные сиденья, желтый пол... Сам поезд с серой крышей, надписью «Красная стрела», желтой полоской, и еще в первом вагоне там была черная полоска, и еще с красной полоской. Я советую тоже съехать и поснимать этот тематический поезд «Красная стрела». Всем советую, он очень красивый. Тематический поезд «Акварель» был запущен на Арбатско-Покровской линии 1 июня 2007 года. И он очень красивый. До 2013 года он ходил в непривычном стиле, некрасивом. Мне он не нравился. А вот новый стиль «Акварели» мне очень нравится. Вот так. Красивый, конечно. Ну ладно, ребята. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!